По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес!» Христос воскрес! Я в це вірю глибоко. Живий Спаситель, сумніву нема. Тому у серці впевненість і спокій, тому царює у душі весна. Христос воскрес, порвавши зла кайдани, Він смерть і сили пекла подолав. Не втримала сторожа, дуже рано, велично з гробу наш Спаситель став. Христос воскрес! Радійте, християни, бо вхід відкрився нам у небеса, нас від гріха святі зціляють рани і безконечна благодать Христа. Христос воскрес! Я всім несу цю радість, її ніхто уже не забере. І житиме вона, я знаю, завжди, бо наш Христос воскрес! Воістину воскрес! Thank you.
Улыбайся. И... Так, остань. Да. А теперь вот такую руку ставь, А теперь такую две ручки. Раз, поставь. Двома ручками. Теперь вот такую покажи. А теперь только двумя руками покажи. Не так, да. Вот так. Покажи. Знаете, там как выглядит?